Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании SIEM, модель под номером DS3502. Это у нас идет диорамный сет Армия Групп Центр, лето 1941 год. По сути, данный набор — это объединение сразу четырех наборов. Это у нас получается два автомобиля, потом набор пехоты, и также у нас еще в наборе есть это набор вооружения на Великую Отечественную войну. Данные обзоры на модели уже у меня были на канале, можете посмотреть чуть-чуть пониже, но хочу все равно остановиться на данных моделях. На всех фотографиях будет прекрасно видно качество литья, на них расскажу об этом чуть позже. Сейчас про инструкции. Инструкции у компании SIEM выполнены в виде журнала формата А4. Первая сторона у нас идет глянцевая, все последующие матовые. На инструкции на миниатюру и на набор оружия в виде просто одного листа А4. Буквенное обозначение — это у нас номера цветов, цифровое обозначение — это номера деталей на литниках. Теперь остановимся поподробнее на литниках. Литники у нас идут высокого качества литья, стыкуемость тоже отличная. Данные модели уже зарекомендовали себя на рынке как очень хорошего качества. Отзывы о них только были положительные, пока другого я не видел. Также хочу обратить внимание на миниатюру. Миниатюра также высокого качества. Каких-либо дефектов на моделях не обнаружено. Качество лиц пролито очень отлично, поэтому если вы увлекаетесь росписью миниатюры и уделите побольше внимания, то у вас будет очень отличного качества фигурки. Также по моделям. Модели у нас два автомобиля. Это получается там штабной автомобиль и грузовик. Также они высокого качества литья, даже на деталях, которые присутствуют мелкие в наборах, дефектов не обнаружено. Большие детали также без дефектов. Ну, на фотографиях это будет все видно. Всем приятного просмотра! Thank you.